когда я выхожу на игру, самое главное не пропускать. Вот это самое главное. Если момент будет, конечно, надо забить. Приятно очень. Но если забьешь один и пропустишь четыре, смысла нет. Как начнешь сезон, если проигрываешь первый матч, все равно команду. Чуть-чуть не такое отношение, не такую атмосферу. Если 2-3-4 матча подряд выигрывать, уже хочешь не хочешь, все равно уверенность в себя, в команду. И там ведет, там удачно играешь. Да здесь фол вопросов не вызывает. Пошла подача, серия отскоков, и Соломон Квертвелли реагирует первым. Здесь уже даже Габуров, конечно, не успевает среагировать. Мой первый гол был, это чемпионский год, первый матч дома против Тулы, когда мы выиграли там 1-0. В 57-й минуте было, я помню. Со стандартного положения получает Локомотив. Пошла подача, серия отскоков, и Соломон Квертвелли реагирует первым. Здесь уже даже Габуров, конечно, не успевает среагировать, просто слишком. Тяжело объяснять, там, вот, какая эмоция была после гола, но я был самый счастлив. Все счастливы были там. Болельщик 15 тысяч, по-моему, было. И после этого начался удачный сезон. И в конце концов, после долгой паузы, 14 лет, по-моему, Локомотив чемпион не был, то в сезоне мы уже стали чемпионом.